В ефірі студія «Репортер». Вітаю, я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про звіт народного обранця Сергія Ківалова, який відбувся нещодавно. В гостях у мене політологи, політичні експерти. Геннадій Чижов – політичний експерт, директор Центру досліджень ЛАД. Ігор Назаренко – директор Центру розвитку демократії. Вітаю, пане Ігоре. Денис Яклєв – доктор політичних наук. Також радий вітати в нашій студії. Панове, ми говоримо про звіт народного депутата Сергія Ківалова. Це вже така традиція, це народний обранець, який звітує завжди. Це вже стало такою законодавчою, законною традицією. Ми знаємо, що вже не перший рік, навіть не перше десятиріччя Сергій Ківалов отримує підтримку 135-го округу при Поприморському району. А взагалі інші парламентарі, наскільки я знаю, не можуть похвастати таким досягненням. И тому звіт – це природня форма, як ви вважаєте? Я считаю, что был случай очень одиозный, такой интересный, когда на выборах Верховную Раду Украины 2014 года была попытка сбить Сергея Васильевича с этого высокого поста, который доверил ему народ. Я вообще считаю, что Кивалу нужно в сенаторы уже, если честно. Это не шутка, это даже не какое-то там ласковое слово. Просто действительно человек представляет наш регион. Кивалова знает как человека, который много лет уже, там, по-моему, 6 созывов, я помню, с 98 года, он представляет именно вот наш регион, как глобальный политик макрорегионального, наверное, уровня или даже всеукраинского. Тем более, что Кивалов представлял нашу страну, вы знаете, в Европейской инвестиционной комиссии. Я считаю, что вот этот человек, попытка была против него, значит, она неудачная, естественно, была. Потом извинился человек. Но опять же, он имеет право любой идти. Но зачем идти, когда есть такая пословица, если человек не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Магомед, если нет. Вот то же самое, та же ситуация. Мы имеем феномен политика демократической традиции, но больше, наверное, все-таки социал-демократической традиции. Это коллеги уже, может, подскажут мне. Который действительно в этот непростой такой час для нашей страны, когда мы идем на то ли в Европу, то ли мы останавливаемся постоянно в этом своем пути, он все равно продолжает свою линию, и, наверное, народ, поэтому население нашего города, в первую очередь, поддерживает Сергея Васильевича. Я поэтому считаю, что нужно будет, конечно же, в стране, возможно, оценивать его более, на более серьезном уровне, потому что он перерос давно этот пост, и Сергею Васильевичу нужно идти дальше. То, что он сейчас делает для Одессы, нужно делать для Украины. И, возможно, вот межфракционное объединение Одесса, если оно со временем состоится, он должен возглавлять. Денис Вікторович, а про що свідчить ця підтримка багаторічна, вже більше 20 років, 135 років? Депутат. Це дуже слушне зауваження. Депутат працює, депутат має підтримку, і це вже протягом 20 років. Да, ви знаєте, я хотів сказати, що вот это один из немногих политиков и государственных деятелей вообще в нашей стране. Мы сейчас не берем масштаб Одессы, а берем всеукраинский масштаб, который объединяет в себе и политические качества, и качество, вот, которое у нас, как принято говорить, крепкого хозяйственника. То есть действительно понятна политическая, если хотите, идеологическая позиция. Все, что касается защиты интересов Юго-Востока Украины, защиты интересов одесситов в плане языка, культуры, образования, науки, здравоохранения, медицины. То есть это все направленность, которая она прошла уже, у него политическая позиция, которая прошла проверку десятилетиями. Десятилетиями. Он последовательно отстаивает именно эту идеологию защиты прав одесситов в плане языка, культуры, веры и так далее. И вот и одновременно с этим огромные структурные, инфраструктурные проекты. Это вот просто, знаете, вот вызывает восхищение и удивление. Я другого такого человека во всеукраинском масштабе я назвать не могу. Есть крепкие хозяйственники, правильно о них говорилось. Есть люди, которые говорят, нет, нет, мы вообще к политике не имеем никакого отношения, занимаемся только инфраструктурными проектами и достигаем в этом успеха. Есть, с другой стороны, люди, которые постоянно говорят о языке, вере, культуре, науке, но им нечего продемонстрировать. Нет, нет инфраструктурных проектов, да, нет, как это, материальной базы нет. А здесь сочетание и политической, ясной, четкой политической позиции и сочетание успешных проектов. Ну, чего только стоит два крупнейших ведущих университета, церковно-приходская школа, которую все одесситы видят. Да, это не нужно рассказывать, это как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Можно в Украине, пойти и посмотреть, конечно.
Пане Ігоре, про що свідчить така підтримка протягом вже більше ніж 20 років нардепа Ківалова? Ну, уже коллеги сказали, что Сергей Васильевич человек масштабный. И вот, вот этот свой масштаб он зарабатывал, скажем так, нарабатывал, наверное, будет правильнее сказать это слово, нарабатывал в течение всей жизни. То есть начинал он с того, что открыл, он работал на факультете, и от факультета юридического нашего университета создал, собственно говоря, вначале маленькое, потом больше эта академия разрослась. То есть сами студенты, преподаватели делали ремонт, и тут как бы вот мы рядом находимся, совсем недалеко отсюда. То есть начинали с малого, но Сергей Васильевич всегда был человек конкретный. То есть вот мне, как человеку, который склонен больше залетать в какие-то там заоблачные выси, вот я по большому счету вот ему лично вот завидую, вот чего я хотел бы, да, вот в себе как-то больше развить, это вот, вот эту вот его конкретность, вот эту вот его материальность в хорошем смысле слова. То есть если он взялся за какое-то дело, он его делает и старается сделать хорошо. И вот то, что он как бы начиная с малого и кончая большим и даже очень большим, вот, ну вот как-то вот он развился, натренировался, да, и в принципе как бы он является для молодежи нашей, является образцом, потому что это человек, который вот, как англичане говорят, сам себя сделал, да, то есть это человек, который над собой работает, который, несмотря на свой высокий пост и несмотря на то, что он занимал много разных должностей, очень высоких в нашем государстве, и действительно на сегодня момент Приморский район для него даже уже и тесноват, да, то есть для масштаба такой личности, собственно говоря, я даже вот не вижу даже в рамках Одессы, да, политика, который мог бы вот даже, он не политик, он уже перерос это состояние, он уже по сути стал государственным деятелем, потому что Черчилль говорил, кто такой политик, это человек, который заботится о следующих выборах, а политика, вот, это политик, а государственный деятель это тот, кто мислит о судьбе страны, вот какой она будет в истории. Пане Геннадію, у мене до вас питання, буде репліка, так, коротенька, але питання є, наскільки я знаю, наприкінці року були свіжі заміри соціологічні, так, і як змінилися цифри щодо довіри пана Ківалова саме в Приморському районі? Вот смотрите, я еще раз хочу, чтобы наши телезрители поняли одну вещь. Я всегда был, очень критически ставился ко многим политикам и всегда оценивал через призму вот заангажированности какой-то, или, может быть, какой-то свой корыстный интерес, или, может быть, политическая сила его толкает, или, может, какая-то длинная волосатая рука. Ну вот со временем, общаясь в кулуарах и общаясь с политическим истеблишем, то я понял, что Сергей Васильевич, и сам лично давая ему предложение, например, там в Аркадии, когда чуть не обвалился дорога на детскую площадку, он реагирует мгновенно, и у него умение этот аппарат наладить. Я поэтому критично относился ко всем, в том числе к Ківалову. Но вот когда последний раз мы провели социологию, это было в период, середины уже декабря было, да, и 27-го у меня был отчет по этому поводу, наш центр презентовал его, то те цифры, которые дали, я просто перепроверить. Я сам не верил своим глазам. Ну как может быть такая невероятная поддержка? Ну вот говорю на всю Украину, мы транслируемся, как говорится, в цифре и так далее. 72% одесситов, из числа, конечно, тех, кто согласился. Я согласен, потому что, как правило, потому что мы делали опрос, и многие стационарные телефоны, может, люди старшего все-таки возраста. Я тоже это беру скидку. Но в целом цифра 72, она перекрывает все, что можно. Из числа тех, кто захотел отвечать, а половина примерно хочет отвечать, половина нет. И вот тем не менее, это дает основание о том, что все-таки он является лидером, не только стейкхолдером, как можно говорить, да, какие-то задает какие-то идеи, темы, но лидером общественного мнения как раз по причине того, что вот он реагирует на просьбы, и потом это концептуально систематизирует, и потом комплексно работает. То есть человек, по-простому говоря, опять же говорю, своим друзьям, оппонентам с демократического лагеря или там справа центристского, националистического, вот эта часть его, она нельзя ее оторвать от контекста. Да, есть там противоречия политические, они серьезные, они глубокие, может быть, даже насилогические, теоретические, какие угодно. Но в данном случае мы видим, что он на своем месте.
И я даже считаю больше, еще раз повторяю, Кивалов, может быть, даже был бы лучше на посту сенатора. То есть человек, который представляет Одесскую область, возможно, в числе двух других сенатора. Да, если будет, то, скорее всего, реформа. Глобально проговаривалось одно время, и предполагалось, что два человека от Одесской области могли бы представлять наш регион в Сенате, ну, то есть в Верхней Палате, если такое было бы со временем. Денисе, які враження залишились від звіту? Більше двох годин депутат звітував перед громадськістю. У мене здалося, таке враження склалося, що весь Приморський район був в залі засідань, не було вільних місць. Але на початку Сергій Ківалов, він зазначив саме ті рішення, які він не підтримував. А наскільки це ось такий от крок був правильний, щоб продемонструвати, що не підтримував бюджет, не підтримував інші спірні такі проекти на державному рівні? Сьогодні, ви знаєте, складна достатньо ситуація в країні. Наверное, ми не, ну, нельзя это, об этом не сказати, що сьогодні дійсно створюється таке впечатлення, що благодаря так называемым реформам, если раньше уничтожались там заводы, да, отдельные предприятия, сегодня ставится под сомнение существование целых направлений деятельности любого нормального государства. Уже тем более европейского государства, государства, которое стремится в Европейский Союз, стать членом ЕС. Но надо сказать, что даже в этих тяжелых условиях, и особенно в этих тяжелых условиях, наиболее ценится принципиальная позиция. И если законы, законопроекты, направлены инициативы различные власти сегодня, направлены на то, чтобы людям становилось хуже жить, а это сегодня чаще всего именно так. Посмотрите на тарифную политику, которая уже стала центром, мы говорим, депутаты, а это дискуссии в президентской избирательной кампании. На уровень президентской кампании выходит и тарифы, и зарплаты, и пенсии. То, конечно, мне кажется, здесь, да, это во многом относится и к геополитическому выбору, и к изменениям в Конституцию. А изменения в Конституцию, ну, наверное, мы все понимаем, что желательно, тем более в такое непростое, сложное время, чтобы они вносились через референдум, что нужно спрашивать у людей, спрашивать у общества и не бояться этого. Поэтому, если раньше можно, мы говорили и отмечали, что те, кто поддерживают какие-то инициативы, у них растет рейтинг, то сегодня растет рейтинг у тех, особенно это касается в Одессе, особенно это касается юг, восток Украины, растет рейтинг у тех политиков, которые не поддерживают те инициативы, которые направлены против сегодня общества, против целых направлений, целых сфер, от которых зависит жизнь государства в целом. Но вы знаете, я хотел сказать еще, что вот по поводу зала, в котором проходила действительно в Приморской районной администрации проходил отчет, и что меня, например, вот очень приятно и порадовало, что представители абсолютно разных социальных групп, абсолютно разных, мы говорим, страт социальных. И, молодь были, ветераны были. Подождите, конечно. Активисты были. И это же результат, вот этот зал, это вы сказали, что весь Приморский район. Нет, это репрезентативная модель, то есть это были представлены абсолютно все социальные слои, которые проживают в Одессе, не только в Приморском районе. Ну вот посмотрите, действительно, студенты. Студенчество. Несколько десятков тысяч человек – это только коллективы Национального университета Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Это и студенты, и преподаватели. А если еще добавим сюда членов их семей? Несколько десятков тысяч человек. Пенсионеры. И в отчете же очень четко прозвучало. Это и запросы депутатские, это и депутатская деятельность, но это и деятельность в Одессе. Это и компьютерные курсы, и другие инициативы. Дальше, морская отрасль. Ну, само название «Украинская морская партия» говорит о том, что это является в фокусе сегодня внимания именно народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. И поэтому и моряки были представлены, и спортсмены были представлены, и, как это, интеллигенция была представлена. И все слои населения действительно можно было увидеть, репрезентативно были представлены в этом отчете, на страницах отчета, и они же были в зале.
Ігоре, було б неправильно, якщо б ми уявляли роботу Сергія Ківалова як таку, що він там не підтримав, не виразив підтримку, не виказав. А були фундаментальні речі, які підтримав Сергій Ківалов. Це новоморська доктрина, ініціатором якої він нова був. Редакція. Нова редакція. Нова редакція, так, да, так. Дуже дякую. А це законопроект щодо нашої перлини Куяльницького лиману. Да. Дуже така важлива подія. Також громадська діяльність, допомога нашим морякам, приклад Андрія Новічкова. Чого варти. Тобто, спортсмени наші, у нас же ж не тільки його комплекс на восьмому, ну, його, університетський комплекс. Є ж ще наш, як він, рядом з Дворцом спорту. База Олімпійців, там же ж теж він же займався. Було багато рішень, які Сергій Ківалов також підтримав. Це дуже важливо. Ну, він навіть, от, якщо і не підтримував якісь речі, скажімо, він чітко виразив свою позицию отрицательную относительно реформы медицины, потому что она уничтожает медицину, но он же тут же и пытается компенсировать все это. Например, вот эти вот две его стоматологические клиники, которые сделаны на базе МГУ, где преподаватели сами, то есть, а кто преподает у нас, это не просто медики, это медики высшей категории, это профессура, и они бабушкам бесплатно делают зубы, то есть, да, и дедушкам тоже, да. Вот, то есть, на самом деле, как бы вот... как-то Сергей Васильевич, не знаю, можно ли это так вот в эфир, потому что это было в личной беседе, он говорит, я хочу, чтобы мне облегчить работу. Когда я, значит, когда в стране становится все хуже, ко мне приходит намного больше людей, и это моя работа как депутата ложится на плечи. Он, конечно же, пошутил, он понимает, что даже когда в стране станет лучше, людей будет не меньше, они все равно будут приходить, потому что будут возникать какие-то новые проблемы. Но это к тому, что для Сергея Васильевича нет малых дел. Он занимается одновременно бабушкой, которая вот исполнилась там позавчера 100 лет, да, и поздравляет этого человека, потому что этот человек принимал участие в обороне Одессы. И он решает крупные такие дела, как морская доктрина, то есть то, что касается всего государства. Он же занимается абсолютно, ну, как бы, ну, многостаночник, да, многопрофильный депутат. То есть он же занимается и обликом Одессы, то есть вот относительно вот этого строительства, которое в центре города, которое бесконтрольно и так далее. То есть на самом деле, как бы, сохранение облика нашей вот жемчужины Одессы и тем же Куяльницким лиманом, который вы называли, там тоже проблема, она не так просто решается, там не просто закопать трубу, там же это все связано с экологическим комплексом, это целую передачу можно посвятить этой теме, я немножко с ней сталкивался, еще даже не относительно Сергея Васильевича, а много лет назад еще, то есть, ну вот, на самом деле, как бы, вот тех двух часов, которые были во время обсуждения, ну, только так по верхам обсудили, то есть, как бы, не углубляясь, и Сергей Васильевич пытался с аудиторией поделиться своим видением вопросов очень важным, потому что он работает с электоратом, для него очень важна обратная связь, он хочет, чтобы его услышали, потому что эти же люди потом придут в свои семьи, будут разговаривать со своими соседями, и потом они будут голосовать, они будут принимать решения не только по поводу народного депутата, они будут принимать решения по поводу городских депутатов, по поводу местных громад у нас тоже в разных районах, да, то есть на самом деле, как бы, тут еще и просветительская деятельность Сергея Васильевича, не только... Морскую партию открыли фонтанки, да, в офисе? Да, открыли фонтанки, морскую партию. Я, конечно, хотел бы, чтобы морская партия развивалась быстрее. Ну, я как политолог, я как бы понимаю, вижу большие резервы, и я хотел бы... Но и тоже немало сделано, да? То есть, на самом деле, сказать, что морская партия проигнорировала хоть один из вопросов, который, опять же, касательно города, они в городском совете присутствуют, то у них тоже был достаточно объемный отчет, и, в принципе... До речі, саме друге питання таке глобальне, вже Геннадію, кожен свою думку висловить. Пане Геннадію, через тиждень після звіту Сергія Ківалова був звіт Української морської партії в міськраді, на якому також був присутній лідер партії Сергій Ківалов. А робота в такому симбіозі, вона дає результат, коли є народний депутат, лобіст Одеси в парламенті і є такий кулак в міськраді, який не відсиджується, а який має свій голос. Ну, от я чоловік незаангажований, ще раз підчеркую, незалежний експерт, абсолютно при чому. Тому я дуже чітко хочу акцентувати одну річ, яку б наші телезрителі зрозуміли. Я сторонник ліберального пути розвитку. Без протекціонізму і так далі. Але те, що робить Ківалов, а от якраз ви дуже правильно заметили,
и у него небольшая фракция, всего лишь 6 человек, оно говорит о чем? О том, что человек берет государственные проблемы, городские, региональные, и считает их как своими. И вот это абсолютно у меня вызывает восхищение, потому что я знаю, что у него очень серьезные разборы полетов были с рядом депутатов морской партии. Не будем называть фамилии, но с 3 депутатами были мощнейшие. Те, кто не выполнял необходимую работу, которая приняла решение центральной органы партии, они получили свои нагоняи. И я критически подхожу, я по образованию историк, я всегда работаю с документами или с интервьюерами, общаюсь с людьми, они мне потом подтверждают, и вот в прямом эфире, как у нас сейчас прямой эфир, опровергнуть или подтвердить то, что мы говорим сейчас здесь. Мы тоже не ангелы, но мы пытаемся факты, по крайней мере, представлять. Я говорил накануне, вот то, что вы говорите, отчет о Сергея Кивалова, по своим делам заходил в Морскую академию и разговаривал с ректором Морской академии Михаилом Валентиновичем Юсом. Я ему прямо в лоб потом задал вопрос, ну вы же не вступаете в Морскую партию. И ваши сотрудники не вступают в Морскую партию. Он мне сказал, да, но я потрясающе поддерживаю работу в Горсовете и на уровне Украины фракции Морской партии, в Горсовете, а на уровне Украины как политическую силу, в части касающейся и вот эта новая редакция, морской доктрина, о чем мы проговорили очень долго, и особенно в части поддержки вот этого законопроекта, который Кивалов его еще с 6-го года лоббирует, чтобы мы приняли конвенцию, ратифицировала Украина конвенцию, она называется Международная конвенция Организации труда от 2006 года. И потому что, на самом деле, моряки по полгода плавают, и очень высокие достаточно зарплаты на зарубежных фрахтах, флотах. Но они стараются теперь уже свои налоги не показывать, они оставляют их в других странах, в других банках. А у нас эти деньги, валюта, которая нам так необходима, не поступает. Соответственно, я вижу обратную связь через принятие и законопроектов, и деятельность непосредственно подразделения партии в Одесском городском совете. И здесь не хватит ни одного передачи вот, перечислить, сколько сделает эта структура. Например, они проголосовали вот за выделение 200 миллионов гривен на строительство школы. Так как задыхался этот район Говорова и Армейской, и мы видели, что... Это важливый социальный проект. Они протолкнули. Что не говорится, даже сам мэр Труханов подчеркивает, что я все это делаю исключительно при поддержке Труханова. Если бы не поддержка Труханова, Кивалова, то тогда, я не знаю, что большинство, особенно по дому Русева, скорее всего, это не прошло бы. И вот прямая цитата «Благодаря Сергею Кивалову». Я здесь, этот сторонник, как патриот Одессы, я поддерживаю вот такую деятельность, симбиозную, как вы говорите, и с городским руководством, и со своей фракцией в городском совете именно Украинской морской партии. И надо, почему Юрий Михайлович, давайте, как будете дальше действовать? Мы смотрим, может быть, мы будем вступать, наши сотрудники, но пока что нужно больше поднять на политический уровень и больше результатов именно в деятельности морской партии. Потому что она отстает, ее деятельность, от деятельности самого депутата народного, Сергея Кивалова. И вот на это надо обратить внимание. Еще раз критический момент я подчеркиваю. Денис, є результат цього тандему, все ж таки був Сергій Ківалов на звіті Української морської партії, яка працює в міськраді. Чи... Естественно. Можливо, краще працювати, як опонує Геннадій. Я це завжди говорю, так. Да. Да, ви знаєте, я хотів сказати, що сьогодні дійсно вот така ситуація сложилась в країні. Но вона непроста. І є така політологічна теорема або аксіома, что у власти очень много рычагов для достижения цели. Но когда мы говорим об оппозиции или о той ситуации, в которой сегодня вот во многом и мы оказались, то у нас есть только один рычаг для того, чтобы защищать свои интересы. Это право. И вот как раз когда мы говорим и о фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, и о народном депутате Сергея Васильевича Кивалова, то это люди, которые блестяще умеют использовать именно правовые, юридические инструменты и механизмы для реализации поставленных целей. Потому что у власти много рычагов. Да. А у нас остается только право. У нас остается только знание, только понимание, как работает правовая система. Поэтому, может быть, эта работа, она не всегда публичная. Но она такая, что позволяет и власть где-то остановить и не наступать в сотый, в тысячный раз на те же грабли. И все-таки оставить или оставить перед страной возможности дальнейшего пути развития. Это очень важно. И перед страной, и перед городом. Пане Ігоре, також репліка, якщо є що додати по
Ну, безусловно, есть. Дело в том, что Сергей Васильевич старший товарищ, как бы во всех смыслах этого слова, он и личным примером может подавать. И Светлана Сауленко, она молодой, активный руководитель, и она сама неоднократно признавала, что Сергей Васильевич является для нее примером, как надо работать. И опять же, вот только что коллега говорил о правовой стороне вопроса, мы же все-таки присутствуем в юридической академии, и так сказать, у Сергея Васильевича очень много помощников, которые являются правоведами, может быть, даже мирового уровня. То есть, на самом деле, у него есть с кем посоветоваться. На самом деле, как бы у этого человека движущим механизмом его успеха является его совесть. То есть, он не мечется, так сказать, как флюгер в связи с тем, что вот сегодня такое, да, сегодня такая политическая конъюнктура, завтра другая политическая конъюнктура. Он может отойти в сторону, но даже его отход в сторону, он является неким посылом, неким знамением, что вот раз Кивалов отошел от этого, то есть это дело нехорошее. То есть лучше в него не вступать, потом даром это сказать. Вот, то есть, и мы это видим, он, когда он не голосует за какие-то антинародные законы, он откровенно это говорит, что я не голосовал не потому, что я там вышел покурить там, вот, или прозевал. Говорит, я заседание посещаю. Я не голосовал намеренно и открыто об этом заявляю. Считаю, что это вредный закон для страны. Я дополню. Вот я был поражен вот этой силе воли действительно вот нашего обсуждаемого случая, когда человек все равно выдерживает свою позицию. Когда было голосование в Верховной Раде по вступлению в НАТО и в ЕС, я помню, Кивалов говорил до того, во время голосования это подтвердил, он не голосовал, и после этого. Он сказал, что это манипулятивная вещь, вот занесение в преамбулу Конституции условия, что мы должны вступать безальтернативно в НАТО и ЕС. Хотя я сам лично сторонник вступления в НАТО и ЕС. Но почему он это сказал? Он говорит, читайте закон, демократия через право. Он член Венецианской комиссии, он подтверждает вот эту вертикальную свою стратегию, что нужно было провести референдум. Почему? Потому что в основном законе, в общих положениях, мы обязаны проводить референдумы. И Кивалов не может, как юрист, отойти от этого. Это вызывает уважение, восхищение оппонентов Кивалова тоже. Ну, надо еще добавить, что вот это принятие этой преамбулы, оно было пиар-акцией. Надо понять, что у нашего теперешнего руководства страны так мало достижений, что вот сейчас начался как бы избирательный сезон, когда надо демонстрировать какую-то активность. И вот они молодцы, они добились, они изменили Конституцию, записали несколько строк в заранее растоптанный ими же документ. Ведь мы помним игнорирование 10 статьи Конституции. Мы помним закон Кивалова-Колесниченко, который сшивал эту страну много лет. И не было вот такого вот языковой войны, которая существует у нас сегодня. Этого ничего. Панове, дякую за змістовний такий аналіз. Тема дійсно така багата на обмін думками. Дійсно, і звіт партії, і звіт нардепа. Дякую за такий діалог. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.